Есть в России матушки, люди, дикари, прыгают с газелей на грузовики и кидают пуха на свои груди, и бегут в ютубчик регаться они. После на ютубе каналы создают, и скулят на них, что им бабки не дают, и скулят на них, что им бабки не дают. Бедные мы, бедные, все нам вечно врут. Вроде не безодельники и могли бы жить, им бы по миллиончику в месяц всем платить, им бы по миллиончику в месяц всем платить. Вот тогда бы точно они смогли бы жить. Вон там тетя Боня четверток гребет, Альбертик с Колей так ебет всех в рот, и Альбертик с Колей так ебет всех в рот, а я, бедолага, пыряю за компот. Там тупой водила снова криво встал, и я б ему все высказал, да в штаны насрал, и я б ему все высказал, да в штаны насрал. Я ж только на экране, гребаный Геракл, пойду нажрусь пивом и запилю я стрим, ведь тут за монитором я так неуязвим, и буду хуесосить блогеров я всех, а потом меня ждет большой успех. По такому принципу люди-дикари пилят свой контент в интернет-сети, пудрят людям мозги своей болтовнёй, некому послать их нахуй всей толпой. Выучу понятия и запилю видос, буду ауекать я, не жалею слез. Но вдруг появилась какая-то швея, разнесла всех щепки, в том числе меня. Что ж теперь творится, мать его, идти? Нельзя теперь в видосах болтовню нести. Нельзя теперь в видосах болтовню нести. Ведь от Джека Бертона врунишку не спасти.